Миллионы афганцев должны в субботу отправиться на избирательные участки для участия в президентских выборах, которые уже называют эпохальными. Им предстоит выбрать преемника Хамида Карзая. По действующей конституции он не имеет права в третий раз подряд выставлять свою кандидатуру. Новому президенту предстоит управлять Афганистаном после окончательного вывода западных военных в конце этого года. Обсуждается лишь поддержание ограниченного контингента американских консультантов. Среди основных претендентов на высший пост в стране – Залмай Расул, бывший министр иностранных дел Афганистана. Его, как и антрополога Ашрафа Гани Ахмадзая, поддерживает пуштунское большинство, хотя надежных опросов общественного мнения в Афганистане не ведется. Абдулла Абдулла, офтальмолог по образованию и бывший соперник Хамида Карзая на выборах 2009 года, напротив, пользуется поддержкой таджикского населения на севере Афганистана. Не исключено, что ряд кандидатов придут к какому-то соглашению для того, чтобы избежать второго тура, ведь только оглашение результатов первого может занять до 6 недель, пока на 3000 ишаков в Кабул не доставят бюллетени из отдаленных горных аулов. Выборы проходят в обстановке повышенных мер безопасности. Талибы грозились сорвать голосование.